Компания «Солонин лес» занимается деревообработкой на протяжении 15 лет. Базируется лесоперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае в станице Воронцовская. Ключевое направление предприятия – производство классической мебели в лофт-стиле с использованием деревянных слейбов. Для изготовления продукции используются ценные породы древесины. При производстве есть свои делянки, так называемые. Мы сами заготавливаем древесину. Вот. У нас комплекс сушек, сами сушим и перерабатываем полную до конечного продукта. Обставляем интерьер гостиничный, ресторанный, также индивидуальных частных лиц. То есть это может быть кухня в этом стиле, это может быть спальня в этом стиле, ну, вплоть до ванны и туалета. То есть это все очень красиво и модно и современно. Для того, чтобы дерево всегда имело привлекательный вид и не подвергалось воздействию окружающей среды, все изделия покрывают специальным маслом. Эта технология самая практичная на рынке и удобна в бытовом применении. Фирменный стиль предприятия – резьба по дереву. Мастера создают шедевры не только на корпусе мебели, но и отдельные картины. На создание этой ушло полгода. Кроме того, «Солонин лес» изготавливает уголь, поддоны, лестницы и пиломатериалы. Компания готова выполнить любые заказы и сотрудничать с мебельными фабриками и предприятиями по производству атрибутики для бань, саун и садовой мебели. Вся информация на сайте salonin-les.ru.